На прошедших выходных для работников и их семей в поселке Новоселке были организованы праздничные гуляния. Гостей развлекали творческие коллективы и барабанщики. Поздравить прославленное предприятие прибыл губернатор Сергей Морозов. Лучшим работникам он вручил благодарственные письма и подарки. Мы в два раза увеличили объемы финансовых средств. Порядка почти под 400 миллионов рублей в этом году будет направлено на ремонт дорог в муниципальном образовании Мелитесский район. И, конечно, да, львиная часть денег будет направлена в том числе и на Новоселке. Здесь же, на сцене между руководством СПК, Минсельхозом и районной администрацией, было подписано соглашение, направленное на социально-экономическое развитие поселка Новоселки в целом и предприятия в частности. Именно поэтапное развитие поселка Новоселки, где мы будем, соответственно, вот за буквально три года, это 2019, 2020, 2021 год, проведем определенный комплекс работ. Это по ремонту дорог. Это, соответственно, по ремонту детского сада, это, соответственно, ремонт школы, это строительство хоккейного корта для молодежи. Кроме этого, будет отремонтирован местный дом культуры, благоустроенные дворовые территории. Начнется и реконструкция самого предприятия. Заложены 5 складов общей емкостью 50 тысяч тонн, сушильный комплекс мощностью 50 тонн в час, идет модернизация. Зерноочистительного оборудования, закупается новая зерноуборочная техника. Губернатор осмотрел производственные площадки, ознакомился с обновленным машино-тракторным парком и даже посидел за рулем одного из новеньких комбайнов. В планах предприятия строительство животноводческого комплекса на 2000 дойных коров. Пока же в кооперативе продолжается ремонт свинокомплекса и реконструкция имеющихся площадей.